последние годы все больше американцев пробуют заняться домашним птицеводством, а пандемия коронавируса эту тенденцию ускорила. Эллисон и Рон Эпта живут с тремя детьми в Северной Каролине и уже давно хотели построить курятник во дворе за домом. А в августе решили больше не медлить. Цыплята жили с ними в течение 6 недель, а потом переехали в специальный загон. Я сначала не хотела, чтобы у нас были курицы, которые бы меня не любили. Но сегодня я знаю, что я им нравлюсь. Я их просто обожаю. Они такие милые. Честное слово, эти курицы – мое любимое занятие. Я сюда прихожу каждый день, сразу как только возвращаюсь из школы. На предприятиях, занимающихся продажей птиц, курятников и других сопутствующих товаров, говорят о повышенном спросе с начала пандемии. Ассоциации заводчиков принимают в свои ряды все больше членов. Но врачи предупреждают, что домашнее птицеводство сопряжено с рисками для здоровья и заявляют о необходимости пересмотра законов в этой сфере.